какой степени библейская традиция, назовем ее так, оказывает влияние на литературу. То есть меня интересует, является ли библейская традиция неким каноном, который заранее облегчает литературный труд и направляет его в какую-то главную, основную сторону. Я думаю, что, во-первых, надо различать библейскую традицию и евангельскую. Хотя они связаны, но они разные. И та, и другая имеют грандиозное влияние на культуру в общем, на всю культуру человечества. Однако очень не прослеживаем по прямой. Не так, что прямо вот от и до взял, просмотрел, вот повлиял, вот то. Кроме, конечно, когда берут как образы из Библии или из Евангелия, когда прямо обращаются к тематике. А если к тематике не обращаются, а только испытывают вот эту ауру, вот этот вот воздух. Да, грандиозное влияние имеют, но проследить его бывает иногда и трудно, почти невозможно. Даже сам автор, поддавшись этому влиянию, может не знать совсем, не сознавать. Но это прекрасное влияние. Прекрасное. Но отличайте, библейское и евангельское, они различаются по тональности, по многому чему. Казалось бы, так просто. Так много сказано о человеке, так много сказано о выборе человека, о его судьбе, о жизни. И сам текст Библии, евангельские тексты дают такой колоссальный запас сюжетов. Сюжетов, да. А литература, вот вы говорите, переживает тяжелейший совершенно кризис. Да, но нам прошли те века. Века, когда черпали и черпали сюжеты из Библии и Евангелия. У нас сейчас может остаться только общее вот такое влияние атмосферы, но не забывайте, что христианство отличается от иудаизма тем, что оно прямо прокладывает путь в загробную жизнь, а иудаизм, собственно, не признает совсем загробной жизни, совсем нет. И вот это между ними самая большая разница, самое большое во влияниях, самое большое тоже отзвук находится. Почему я поставил евангельское рядом с библейским? Какая традиция в России ближе для русского писателя? В России ближе евангельская. В России ближе евангельская. Но библейская, она всемирная, она всюду и везде, она... Вся мировая литература ее коснулась. То есть, не вся античная это не коснулась. Античная свое дала направление. Тоже дала порядочно. Возрождению. А вы помните, какой цвет мама любила ваша? Какой цвет? Так, пожалуй, рояль у нее был темно-красный, красного дерева. Она играла красного дерева. Что она любила играть? Ну, что это я уже не мог сказать. Я был... В то время, когда мы с ней жили, уже рояль у нас не мог стоять в нашей комнатке. Он стоял у знакомых, и она его продала. Ну что она из музыки любила? Вы помните какие-то разговоры? Вот. Вы знаете, она меня пыталась обучать музыке, но ничего не вышло. Это, оказывается, мой сын Игнат должен был учиться, а не я. А что у вас от мамы? Ох, не знаю что, трудно сказать что. Она часто улыбалась? Жизнь была такая, что
не наулыбаешься. Одинокая вдова из бывших, то есть преследуемая, исключает из работы. Сына надо вырастить. Работала бесконечно. Болела много. Туберкулез получила. Конечно, когда-то там была компания молодая, хорошая семья знакомых. Она бывала у меня, она говорит, ну ты будешь один лежать спать? Я говорю, конечно буду. Она меня запирает снаружи и убегает туда, значит, к ним вечер провести. А я сплю спокойно, не боялся никогда. У вас и разговоры о жизни, о судьбе когда-нибудь случались? Ну, как сказать, судьба, такое слово. Судьба вообще. Трудно представить себе ту жизнь. Вы знаете, вам трудно представить. То, что вы спрашиваете, относится к 20-м годам, начало 30-х. К сфере духовного общения. Я знаю, но сына и матери. Дело в том, что... Ну, так у нас через религию у нас было духовное общение. В Бога верила, у нас была лампадка, икона. Хотя это уже запрещалось, преследовалось. Вот так у нас было духовное общение. Духа без религии в нашей семье не было. Наша семья была все-таки простого происхождения. И такого философии, духа вообще, духовной никто не знал. Все связано с... Вот Евангелие, вот церковь, вот служба, вот икона. Вот так дух понимался. То есть такого не было, что она садилась рядом с вами, брала вашу руку в свою руку и говорила, Сашенька, вот у меня сейчас болит душа, не очень трудно. Нет, но она со мной иногда советовалась, даже когда у нее жизненные выборы были, благодаря моей решительности, она говорила, так, уже начала спрашивать меня, как ты думаешь, вот так мне поступить или так? Потому что она колебалась, а я твердо решал всегда, вот так, нет, вот так. Ну, иногда слушала, иногда не слушала. Но она любила вас? Ну, еще она только. Она душу положила, саму себя положила за меня. Отец способен на такие жертвы? Вероятно, мать больше способна, чем отец. Ну, и отцы разные бывают. Разные бывают. А когда вы первый раз прочли Андрея Платонова? Поздно. Когда же я его прочел? Ну, в конце 60-х. Мне о Платонове очень хочется написать, но все руки не доходят. Как такое могло возникнуть? Не могли бы вы мне помочь как-то понять это? Как такое могло возникнуть? Вот что это за язык? Откуда он взялся? У меня впечатление, что вот это язык, который был очень, на формирование которого огромное влияние оказала провинциальная какая-то русская пресса того времени, советская. Пресса нет, советская нет. Какое-то количество людей, нет. Количество людей, которые много писали. На страницах вот как бы складывался этот язык каким-то другим совершенно образом. Нет, формировался. Он не испытал влияние высокой культуры, слава Богу. Слава Богу, не испытал влияние высокой культуры. Если бы он не был помощником машиниста, а начинал сразу с академии, ни с каким бы Платоном бы не был. Вот он это... Его язык живой язык такой, да? Он просто живой образ нашего простого народа, застигнутого революцией и пытающегося своим умом понять и выразить. От этого, когда он выражает, он как бы действует на ощупь. Весь этот мир так сложен. Это так все не пересекается в нем традиционный мир, из которого он вырос, ну просто как родители, там, семья, все остальное. И этот новый, невероятно новый советский мир, в который он хочет верить,
Он хочет верить, он же не то, что, как его представляли, злобный критик там антисоветский, да, нет, он хочет верить, он хочет это понять, но только своей головой. Поэтому он почти как слепой ощупывает предметы, поэтому он так нащупывает слова, как они вот соединятся. Это стилистика или это философия? Что это? Это все вместе, это процесс познания. Вот это его его синтаксис, это запечатленный процесс познания. Языка, жизни. Языка и жизни, и жизни языка. Язык как способ такой подсобный. Он жизнь познает, но языком он выражает исключительно внутренно. И сочетания, поразительные сочетания показывают то в языке, о чем мы с вами говорили, что мы говорили о словах. Что слова все рвут. Не только слова. И синтаксис, и словосочетание, и управление слов, как одно слово управляет другим, это все тоже в языке есть. Но только оно есть, а вот до него не говорят, а он только начал сочетать. Но до него тоже можно найти, конечно, кое-где можно найти сочетание. Как вы себе представляете его как человека? Что это такое? Что это за человек он был? Вот как вы себе его... Так вот, как он говорил, как он ходил? Вот как, что это за человек? Ну вот таким, каким может быть гениальный самоучка. Вот гениальная самоучка вдруг паровую машину делает, да? Угу. Как у нас там, Ползунов делал? Кто у нас там делал? То есть это не граф-писатель? Не граф-писатель? Не граф. Нет. Это просто совершенно гениальная самоучка. Интересно. Да. Я очень его синтаксис много. В общем, чтобы о нем написать, я хотел о нем написать, но много надо посидеть, времени нету. Может, будет еще, не знаю. Как безумно печально, что жизнь его была такой тяжелой и невыносимо такой, жестоко все было. С сыном несчастье. Да. Ему пришлось все-таки такие просоветские какие-то вещи писать. Жалко мне тех, кто выступал и писал просоветское что-нибудь. Он-то мало, но немножечко. Немного, да. Чуть-чуть. Но все равно удивительно, ни на кого, ни на что не похоже. Вдруг возникает человек как растение, как единственное растение в лесу. И да. Его не могло и не быть. Могло и не быть. Уникальный. А вот посмотрите, ну вот появился такой писатель. А что вот в русской литературной культуре изменилось? Или появление людей таких мало влияет на читателей, на нас, на читателей, это производит впечатление огромное. Это становится частью нашей жизни, потому что литература все равно главное, что есть у нас. Ничто не сравнится с литературой по значимости для нашей жизни. А вот для среды тружников-писателей, вот что означает появление, явление миру такого вот... То есть для писателей международном смысле? Ну, хотя бы для русской практики русского. У нас в России, не забывайте, что из-за цензуры большевистской, из-за преследований, многое шло подспудно, под землей, текли, рождались романы, стихи, и никто о них не знал. И они вышли на поверхность с таким опозданием, непростительным. Они бы могли в свое время сработать, огромный общественный эффект иметь. А они обескровливаются от того, что им на 50 лет позже... Ну вот, например, Астафьев, Белов, Распутин, писатели, которые испытывали влияние... Я знаю, что они вовремя... Да, они испытывали влияние такого вот необыкновенного, какого-то яркого языка литературы, Платоновского. Платонова. Вообще писатель на себе чувствует это влияние? У них язык... Знаешь так... Язык у них у всех сочный, лексика. Лексика у всех хорошая, яркая, по происхождению своему. Естественная лексика. А синтаксис, в синтаксисе, а Платонов как раз в лексике
ничего особенного не дал. Он все в синтаксисе. В синтаксисе я не наблюдаю у них, у троих, влияния Платонова. Не знаю. Меня даже занимает не столько влияние, собственно, Платонова, сколько влияние на коллег талантливого, очень индивидуального явления. Вот на писательскую, на писателя. Платонов слишком необычен в синтаксисе. И его не хватит. Подражание, да. Нет, такие подобные случаи бывали раньше. Даже в разных местах такие бывали сочетания какие-то. Можно было начать. Где-то я недавно приводил какой-то пример предплатоновский, сам забыл. Ранний Платонов. Такое, в общем, немножко бывало. Чуть-чуть. У Аполлона Григорьева, у Герцена. В разных таких местах. Отдельными мелкими явлениями. Вот я только синтаксис имею в виду. Словосочетание. Управление слов словами. Еще где-то у меня был какой-то пример, я забыл. Сильно на Платонова сдавал. До Платонова. Ну, конечно, Платонов тут король. Иван Денисович, у вас когда создавался Черняков, много было? Легло прямо за 40 дней. Переписал разные все. А потом... Но это продумывалось вначале? Нет, это не продумывалось. Иван Денисович не продумывался. Была потребность, необходимость это сделать. Это когда вот материала так много, что вся твоя задача только... Да нет, тебя не надо. Да нет, да ты, да уйди, да без тебя обойдемся. Вот так. Только уже, самое прямо распирает. И вот только отбрасываешь лишнее, и больше ничего, так прошел. А хуже нет, когда надо, чтобы еще сюда добавить. Тогда это конец. Конечно. Если вообще объем больше, если плотности нет, то это не произведение. Должна быть плотность. А плотность – это художественное качество? Да. Я считаю, плотность для литературы, во всяком случае, не только для литературы, но я служу по литературе, чуть не главным качеством. Плотность. А литература – эмоциональное искусство? Вообще искусство? Нет. Литература – это искусство эмоциональное или эмоциональное? Рациональное? Нет, эмоциональное. 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 Но оно имеет много элементы разума, и рацио имеет в себе элементы, даже науки иногда немножко, элементы анализа. Но, тем не менее, эмоции должны быть обязательно, иначе это скучновато. То есть литература, по сути, искусство структуральное такое, да, по природе своей? Оно близко к архитектуре, если вот пытаться хоть как-то что-то понимать. Есть строгая культура литературы, строгая наука литературы, да? Строгая культура наука. К архитектуре я согласен, пожалуй, ближе, чем... Не к музыке, поэзии. Да. К музыке, поэзии. А проза, да, конечно, к архитектуре. К архитектуре. То есть свои объемы, свои законы, да. Своя свобода, своя история. А куда же вот теперь кинематографию? К театру? А никуда, нет? Никуда. Она вообще никуда. Нет. Не к театру? Это вообще не искусство. Не к театру. Не искусство вообще. Не искусство? Неправда. Искусство. Мне вас уверять приходится. Нет, это искусство. Искусство. И у вас оно искусство. Не, оно просто зачаровывает. А это такой соблазн. Очарование – это соблазн. Очарование – это не любовь. Это соблазн. Литература – это искусство. А вам известны талантливые социологи в России? Наверное, есть много. Так сразу в голову не придешь. Социолог – это немножко неопределенное определение. Не совсем точно скажешь, кто социолог, кто уже философ, кто чуть в экономизм. Они все ведь друг с другом граничат. Как теперь считается в 20 веке, что все открытия на границе наук делаются. Все они граничат. Социологи. Да вот что ж, Плеханов был, между прочим, совсем не малый социолог.
Плеханов? Да. Плеханов вообще судьба интересная. Он сейчас совсем в тени. Совсем. Ну, у нас много чего так зачеркнуто, забыто. Социологов у нас было много, конечно. Всех сейчас не вспомнишь, даже не мобилизуешь мозга своего. Просто для этого надо сидеть, думать, совсем по-новому посмотреть, перебрать имена или десятилетия. Какие изменения в человеческом, нравственной человеческой такой географии являются необратимыми? Это очень интересный вопрос. Какие изменения в нравственной биографии являются человеческой географии такой? Биографии. Географии. Географии? Да, являются необратимыми. Почему же и человеческой географии? Ну, потому что есть такое пространство, которое есть в физике много, и движение, и статуарности. Ну, то есть, как бы есть глубина какая-то. Биография, она более такое плоское представление. А вот география, она... Ну, в моем представлении, может, это самочетание. Я, вы знаете, пока что просто не... Мне нравится сложность вопроса, какие изменения необратимы. Да. Но вот тут география меня как-то смущает. Хорошо, пусть будет биография, если это понятнее. Потому что географию я понимаю как явление, как более сконцентрированное по сложности понятие жизни человека. Жизнь человека не биографична, а географична, потому что это и пространство, и время, это и физические процессы действия, и созерцание какой-то замороженности человека, и его художественная натура, и его физическая, физиологическая натура. Вот я вот как бы... Видите, тут приходится ответить просто на основании евангельском, христианском. По христианским понятиям обратимо все, любой грех и даже любое преступление. Пока человек жив, он имеет возможность осознать, раскаяться. И в этом смысле обратимо. Хотя в другом смысле необратимо, уже исправить нельзя. Скажем, результат твоего греха или преступления неисправим, уже он ушел в прошлое. И ничего нельзя сделать. Остается только внутренне переживать и меняться. И все-таки это христианство очень ценит. Ценит вот такую перестройку души, когда бы она ни произошла, хотя бы в самом конце. Это с христианской точки зрения. А так-то чаще, конечно, в наше время этих оборотов, просветлений все меньше. Как человек пошел по ложной линии, так он по ней уверенно идет. И весь век ему диктует, ну иди, и иди. И все так делают. И вот все так делают, совершенно закостеневают души. И сами себя на гибель обрекают, на полную гибель. То есть преступление, наказание об этом? Да, вот да, наказание в том, что не может даже человек раскаяться. Он уже отдался этому потоку, и в этом потоке действует даже как не личность. А все так делают. Вот поэтому. Это совершенно ужасное представление. Все так делают. Боже упаси. Вот у Достоевского, кстати, преступление и наказание, что кажется для меня очень важным и гораздо более важным, чем все остальное, но для меня то, что Раскольников оказывается, в конце концов, на каторге. И этим заканчивается, по сути, роман. Но для меня он только начинается. Потому что как прожить жизнь дальше, несмотря на все покаяния? Вот с этой мыслью, которая от тебя, или с этим фактом, или с этой виной, которая от тебя все равно никуда не уйдет за убийство, так вот и это жизнь. Самая большая. Христианство учит молиться, 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 просить помощи, и душа осветляется. И не повторять это. Душа осветляется, улучшает. Ну, не только не повторять, но за прошлое, допустим, уже ничего он не повторяет, но прошлое это висит. Вот что с этим делать, вот, с висящим прошлым? Вот что делать. Вот христианское священник, когда ведет исповедь, если ему скажешь о прошлом грехе,
скажет, ну это уже исповедовался, это уже отпущено. Неправильно. Нет, никогда не отпущено. Не отпущено до самой смерти тебе. Не отпущено. Это очень важный момент. Я говорю, высшая сила – это всегда Бог. Высшая сила – всегда Бог, а у тех, кто не может дойти до конкретного религиозного сознания, у тех просто должно быть понятие, ну, как минимум, смирение перед существующим. Ну вот вы вчера показывали дерево. Да ведь каждое дерево заставляет нас разинуть рот. А нет, а разве только деревья? А все, а птицы, а животные? А реки, а горы. Смирение перед существующим, понимание нашего убожества, ограниченности нашей, если они не могут верить в Бога. Мы за историей России наблюдаем, осмысляем историю России. Сегодня, с сегодняшнего дня, болеем за то, что происходит сегодня. А у меня впечатление, что все те же самые вопросы острой боли и острого заболевания в заболеваниях русской жизни звучали и во времена Екатерины, и в начале века еще. Я все это из ваших книг вижу. Ну, конечно же, с одной стороны, государство необходимо для существования больших масс людей. Большие массы людей не могут жить без государства. С другой стороны, как положить справедливость в основу государственного руководства? Это очень трудно по несовершенству людей, приходящих к власти. Хорошо, если несовершенству, а то прямо злодейству, а то прямо дутому честолюбию. Чему мы и примеры? Почему так много людей к власти в России приходит, абсолютно соответствующих высокой миссии? Да если бы только в России. Ну вот мы сейчас говорим о России. Ну, это неправильно, потому что мы этим мы кладем всю вину на Россию. Нет, правильно. Ну вот мы же говорим о России. Мы живем в России, мы сейчас пытаемся. Ну, мы живем на Земле, мы живем в человечестве. Русская история много имеет тяжелых злодейств, но не думайте, что западная имеет меньше. Ни Англия, ни Франция, ни Германия не откажут нам в таких злодействах. И Соединенные Штаты, которые сегодня факел свободы, уничтожали индейцев, как тараканов. Да. Так что не надо говорить, что в России. Нестабильность, которая существует сегодня у нас. Ну, нестабильность. Нам не повезло, потому что мы вот делаем, наше государственное руководство делает ошибку за ошибкой. Временное правительство было беспомощно вообще что-нибудь сообразить. Они очень напоминали нынешних реформаторов, которые взяли за реформы, совершенно не представляя их. Так и временное правительство погубило. А посмотрите, вот, ну как же так, в 90-е годы мы же могли избрать разумный путь, более разумный, перехода от коммунизма. Но почему-то не Восточная не Европа. Ну почему-то, не почему-то, почему? А кто-то. Не почему-то, а кто-то. Кто? Как будто бы было народное голосование. Но вы знаете имена. Зачем буду их перечислять? Все имена, которые промелькнули, все вот эти есть кто. Они избрали этот идиотский путь. Преклонение перед Международным валютным фондом, выдерживать каждый со стороны рецепт, своим умом не жить, своими силами не жить, отдать всю нефть и газ в частные руки, это что? Опять некому было остановить? А конечно некому, они же у власти, они же вверх власти, кто же некому? А как иначе, надо вооруженное восстание что ли устраивать, что делать, как его остановить? Они же заняли всю государственную верхушку и делают что хотят, и все они один за другим преступники. Ну как можно было национальное достояние России взять и раздать в частные руки бесплатно за 1% стоимости? Что-нибудь это не делали? И те, кто отдавали, вы думаете, сами бесплатно отдавали? Уж, наверное, взятку брали. Да какую? Как можно было раздать национальное достояние? Вот рядом Китай. Китай растет производство. Они что же выходят из коммунизма? Рядом Восточная Европа. Это не народ выбрал. Мы поддались тому, что у нас демократическая якобы власть. Она никакая не демократическая. Я употребил, еще только впервые став на русскую землю,
во Владивостоке я сказал, у нас не демократия, а олигархия. Тогда это слово олигархия не привелось, а сегодня уже его затрепали, все принимают. Но чуть-чуть принимают с перекосом. Принимают, что олигархи – это финансовые олигархи, магнаты, банкиры. Не только. Они, да, но и не только. Вся президентская власть, вся правительственная власть, верхушка законодательной, они все олигархи. Олигархи – это те 200-300 человек, которые топчутся наверху и которые все лишают между собой. Вот кто они есть. А народ ничего не выбирал. В чем цель? Может быть цель человеческой жизни? Я ее формулирую так. Только такая бы может быть цель. Суметь за свою длительность жизни развить в себе качества, хотя бы немного превосходящие природные наши задатки, лучшие. То есть у нас есть добрые и злые задатки в нас. Если мы просто с добрыми задатками проживем и размотаем их, ясно, что мы цель не выполнили. Но если мы их только сохраним, не развивая, то тоже цели, смысла как будто нет существования. А вот кончить жизнь на уровне более высоком, чем начинал, вот то, это может быть единственной целью человеческой жизни и ничто другое. А религия помогает человеку? Очень. Исключительно. Религия дана в помощь нам. Но это достижимо и для людей безрелигиозных. Нельзя сказать, что если человек не поверил в Бога, то для него все закрыто. Нет. Он может собственной внутренней работы достичь этого. Но вот единственный смысл и цель существования человека на Земле. Какое место искусства принадлежит здесь? Искусство большое. Оно помогает развивать нежные свойства души. Смягчает. Мягкие свойства души. Смягчает, утончает. Плотин был такой, сейчас александрийский философ Плотин, он говорил, красота – это свет истины через материю. Вот как истина через материю, когда она достигает, это красота. Красота благораживает. Что вы начали говорить? А как это выглядит на фоне прогресса, вот это смягчение человека, с одной стороны, за которым стремится или за которым борется искусство, и ожесточение внешних условий, которые есть результат развития? Прогресс не способствует этому процессу. Вредить может, а способствовать не способствует. Прогресс и искусство... Это просто другой. В искусстве нет прогресса. Прогресс и искусство – вещи контрастные. Несопоставимые. Во всяком случае, это, как говорят, некомпланарны, то есть в разных плоскостях. Они в разных плоскостях. Но, тем не менее, со стороны прогресса давление происходит давление на искусство. Значит, они есть. Уже не в разных плоскостях. Ну да, давление есть, но в одном объеме. В разных плоскостях, но в одном объеме. Видите, да, прогресс, к сожалению, не как мы его видим, но мы его видим прогресс... Ощутимые крупные шаги, 4-5 столетий, вот 4 столетия. А то был очень медленный. Те тысячелетия шли медленно, мало что менялось. А вот сейчас прогресс, как он пошел, он душу упустил. Душевная пустота наступила. Люди стали терять душу ради материального прогресса и цивилизации. Об этом мы уже говорили, да. Это очень точно, потому что, по сути, ведь искусство готовит человека к смерти, так или иначе. Готовит, смягчает для него понимание этого. Оно готовит, в частности, к смерти, но не только. А оно готовит его и к жизни. Оно открывает ему полноту жизни, которую он сам мог бы не ощутить всю. Вот мы видим пейзаж за пейзажем. Больших художников. А я, допустим, совсем не понимаю природы. Но посмотрел эти картины и чувствую, ах вот что, ах вот как надо смотреть.
Оно помогает ощутить в жизни ее прелесть, ее красоты, ее наполненность. Ну и, в частности, к смерти готовы. Почему вы считаете, что у вас нет этого чувства? У меня нет? Нет, да. Я сказал, допустим. Ну, я сказал, если я вот, допустим, говорю, какой-то человек дошел, нет, я наоборот природу очень люблю, я вырос в ней, то есть я очень люблю ее. Я сказал просто, если какой-нибудь человек не воспринимает, то он может через живопись воспринять и начать понимать. Через искусство. Да. Но искусство на самом деле приходит к человеку очень поздно, когда он уже по-настоящему... То есть к человеку-творцу или к человеку вообще воспринимать? Нет, к некоторым людям вообще оно не приходит. Ну, к воспринимающему оно приходит даже уже в виде игрушек детских. Ну что вы, искусство рано очень входит в жизнь. Человек может не замечать, не понимать этого, но уже в игрушках, в детских мелодиях, потом в всяких песнях, которые он слышит. А я имею в виду искусство как некую драму, как некое драматическое... трагическое какое-то ощущение, чувство. Оно не обязательно драматическое и трагическое. Но если драматическое или трагическое. Оно же разное бывает. Вот, кстати, еще я хотел сказать о реализме. Вот как относиться к реализму или как я отношусь к реализму? Вообще я не сторонник расписывать направление искусства по измам. Реализм, романтизм, классицизм, модернизм. И пошло. На самом деле, если говорить о литературе, более близкой мне, на самом деле, сколько авторов талантливых, столько и стилей. Каждого автора по-настоящему, даже по нескольким строчкам узнаешь. Вот включишь на удачу. Про несколько строчек и узнал. По-настоящему течение таких строго выдержанных течений по канонам нет. И хорошо, что нет. Но, с другой стороны, ум человеческий нуждается в классификации. Невозможно уж совсем не классифицировать. Поэтому и классифицируют. И более или менее дают направление. Вот реализм. Реализм надо предполагает большую степень соотнесения с реальностью и лишь в меньшей гораздо степени произвольные воли художника. О реализме французский художник XIX века Курбе сказал: «Реализм – это и есть демократическое искусство». Правильно. Но очень интересно, что вот наши демократы, которые больше всего говорят о демократии, как переходят к искусству, так начинают делать что-то. Им совершенно наплевать на восприятие массы, на восприятие современников. А они делают какое-то свое месиво. То есть они уже не демократы. Они на самом деле, не будучи реалистами, они уже не демократы. Реализм предполагает ваше намерение быть понятным современником. Обязательно. У меня есть такое представление, есть такое понятие «чувство заднего берега». Вот когда автор в любом искусстве, ну и в частности в литературе, творит, он как бы пересекает какую-то неведомую реку. Но тех людей, которых он знал, которые и существуют, живут, он их оставил на заднем берегу. Так вот, пересекая реку, задний берег чувствовать. Не терять этого ощущения заднего берега, не переноситься полностью только на неведомый новый берег. Вот это, по-моему, реализм. Реализм вне времени, да? Реализм не может иметь... То есть вы имеете в виду реализм как некую вневременную категорию для литературного искусства? Категория искусства. То есть и в XVIII веке есть реалистическое литературное произведение, в XIX и в XX, но и каждый и ранее. Автор, и каждый автор как может варьировать его так, что... Ну вот я, например, пишу большое произведение, у меня там много реализма, но не только его. Иногда есть совершенно романтические строки или страницы. Иногда есть фантастические. Иногда есть сугубо иронические, ну, разные приемы такие.
То есть, если я правильно понимаю, сюжет есть главная форма, как бы, которая свидетельствует о том, что принцип автора реалистичен, да? То есть обязательный сюжет? Или вот как вы считаете? Вы знаете, даже не обязательно. Да, сюжеты, конечно, да, их много сюжетов, много. Но общая ткань произведения, я понимаю ее только тогда, понимаю, и у меня тогда она, я воспринимаю ее как здоровое для себя нечто. Так как вот в жизни я живу, если я буду бредить от высокой температуры, у меня будет много чего мерещиться. Но я понимаю, что это нездорово. Так и я не хочу бредить. Я хочу, чтобы сколько можно только моя жизнь походила бы на реальность, открывала бы ее особенности, ее глубины. Сколько можно. А где нужно немножко отступить, где нужно дать какой-то символ. Потому что символы в нашей жизни есть, только мы их не умеем видеть. А у Набокова есть сюжет? Ну, сюжетов сколько угодно у него, а как же. Он весь на сюжетах держится, да? Нет, или нет? Нет, ну он позволяет себе в этом смысле большую свободу. Его так просто, реалистом его не назовешь, это уже нечто другое. Набоков для предшествовавшей до него русской литературы нетипичен. А теперь есть много подражателей, только не вытягивают они на его уровень. А подражателей много пошло. Когда я Набокова впервые читал, я никак не представлял, что у нас только зародится его подражателей. Ну, это, наверное, несложно, поэтому так получилось. Несложно, да, потому что это безответственно. Фантасмагория, она всегда такая, как хаос. Это и безответственно, да. Как хаос. И безответственно. Да. Какое значение для жизни, для становления, для качества, для нравственности человека имеет испытания, которые были посланы? Грандиозные. Страдание, как ничто другое, воспитывает душу. Как ничто другое. А если страдание есть унижение? И что второе? А если страдание – это унижение? Если человек проходит через унижение? Нет. Унижение – ничего. Это все может идти на выращивание души. Нет. Самое страшное – это безраздельное благополучие. Вот это конец души. Страдание... Разве у собственной души и у души человека нет собственных проблем вне внешнего мира, вне внешнего влияния, это вне давления? Это у глубоких людей, которые занимаются своей душевной жизнью. А большинство, если нет наружных переживаний, так он ничего не переживает. Нет, вы знаете, благополучие, отсутствие страданий способствует неразвитости души. Не то, что страдания надо искать, их не надо искать. Это было бы противоестественно. Но их надо мужественно принимать. То есть страдания оказывают благотворное влияние на душу человека? Надо иметь мужественно их принять и понять, что и страдание посылается зачем-то. Оно посылается с какой-то очень важной целью. Угадать эту цель, правильно развиться, это нелегко. Вот сажают тебя в тюрьму. Сперва кажется, это все конец, это невозможно. А вот идут времена, идут месяцы. Прошло 2-3 года, 40 месяцев, и ты начинаешь вдруг понимать, что эта жизнь очень глубокая и очень обогатительная душевно. Надо ее испытать, надо из нее уроки извлечь. Ну, я считаю, что если бы меня не посадили в тюрьму, то мое бы развитие прошло значительно беднее. Значительно беднее. Я это понимаю, но мне очень трудно принять это. Внутренне очень трудно это принять. Тогда что же, тогда же с логикой что происходит? Если нам всем, людям, живущим в России, судьба посылает вот те испытания, какие
она нам посылает. Мы должны становиться лучше. А мы с вами все время говорим о том, что огромные волнения за нравственность, за то, как меняются люди. Что же здесь-то делать? А порча сейчас идет, буйно идет порча, а не испытание страданием. Испытание страданием идет, конечно, когда голодает половина населения. Но порча идет гораздо больше. Через телевизор, через газеты, через общую атмосферу рвачества. Каждый живет за счет того, чтобы оттолкнуть других. Это гораздо разрушительнее, и это не страдание совсем. Совсем не страдание. Вот они приносят порчу. А когда человек долго болеет, вы не замечали, что люди, которые в юности были прикованы к постели, на какое-то количество лет, что-нибудь с ногой, там, с рукой, то есть со скелетом или еще с чем-нибудь, они удивительно глубокие потом получаются. Они в юности очень глубоко развиваются, как другие не развиваются, как те, кто прыгает в футбол. Я много таких знаю. Как несчастная юность, так талант потом. Странно. Что так? Талант – это наказание или дар Божий? Дар Божий. Ну, наказание, если не умеешь им управиться. А если он истязает, мучает человека, не дает ему жить, не дает ему по-человечески жить? Сам надо правда, с ним управиться. Надо с ним управиться. Как? Ну, как? Если упиваться им, говорить, вот я талантлив, и упиваться этим, и хвастаться, и выпячиваться всюду везде, козырять, так, конечно, он тебе он загружит. Так нельзя. Талант – это тяжелая, ответственная ноша. Надо ее нести, уметь.